очень важную, интересную наработку про ответные удары. То есть это удары, которые ты должен всегда отвечать. На любой удар противника ты должен отвечать своим ударом. Так сказать, делать возврат, кэшбэк. Поэтому смотри, будет интересно. Кстати, зацени мой новый раджер, который я купил в интернете. Но не просто в интернете, а через сервис кэшбэка в Бэкли, который позволил мне сэкономить 4% от стоимости покупки. Как раз на витаминки. Кроме того, сервис Бэкли сделал специальный промокод для моих подписчиков Muay Thai CK, который сразу дает тебе бонус 100 рублей. Как это работает, я сейчас тебе быстренько расскажу. Бэкли.ру – это сервис, позволяющий тебе получать кэшбэк с твоих покупок. Все устроено очень просто. Нужно пройти простую регистрацию, внеся свою электронную почту и придумав пароль. Также не забудь указать промокод Muay Thai CK, который сразу тебе даст 100 рублей на твой счет. После чего ты выбираешь магазин, который тебе нужен, а это более 250 магазинов. В том числе такие как AliExpress, eBay, Sportmaster, Adidas и много-много других. Далее ты, как обычно, совершаешь покупки на этом магазине, но при этом экономят до 10% от стоимости. Таким образом, можно покупать не только спорттовары, но и все что угодно, от иголки до машины. Далее в течение дня ты получаешь кэшбэк на свой счет в Бэкли. Как только ты соберешь достаточную сумму, ты сможешь ее вывести любым удобным способом на банковскую карту, электронные деньги, WebMoney, Kiwi, Яндекс.Деньги или купить на эти деньги товар. Эконом на своих покупках через Бэкли.ру. Ссылка в описании под видео. Итак, нарабатываем ответные удары. Очень важная, опасная штука. Суть вообще какая ответных ударов? Суть в том, чтобы ты не остался в долгу, скажем так. Когда противник тебе бросает любой удар, ты должен ответить ему своим ударом. И этим самым выиграть позицию. То есть, да, получил товар, забери процент назад, называется. То есть, все, что ты получаешь, надо отвечать одним, а лучше двумя ударами. Тебя ударили раз, ты ударил два раза в ответ. Но делать это не просто в тупую руку, скажем так, а делать это грамотно. Например, противник работает руками, да, акцентируется на руки. Я удар принимаю, и отсюда я не буду отвечать ему руками, он готов к этому. Я ударю руки, пока он не ожидает. И этим самым я выигрываю позицию и наношу ему довольно серьезный урон, так как неожиданный удар он всегда наносит больше урона, чем тот, который ты ожидаешь. То же самое. То есть я сейчас покажу наработочку, скажем так, постепенную. То есть он меня сейчас будет набрасывать руки, я принимаю и отвечаю ему или руками, или ногами. Но здесь уже это упражнение параллельно развивает бойцовские эфиры. Ты стараешься уже больше думать, чем просто рубиться. Поэтому я не буду бить в защиту, да? Я лучше ударю там, где защиты нет. Когда я его притравлю, он начнет руки опускать уже. И я начну пробивать там, где опять-таки защиты нет. То есть работа, ответные удары от работы рук. Как это все делается? Заставляю его провалиться и сразу отсюда работаю по задней поверхности бедра.
У него нет возможности защититься, так как он стоит боком ко мне, скажем так, сзади. Или противник хочет меня притравить левым лоу-киком, бросает. Я то же самое, делаю оттяжечку и сразу правым лоу-киком пробиваю левую ногу. То есть вот это суть ответных ударов. Ты должен стараться отвечать так, чтобы это было неожиданно. И то же самое сейчас мы поработаем вот ногу. Мой напарник работает ногами, я стараюсь защититься, провалить и отвечаю и руками, и ногами. И поехали. Спасибо. В следующий раз мы за это можем сходить.